Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Страховка не помогла. В гомельском цирке гимнастка сорвалась во время выступления. Инцидент произошел в первом номере программы «Дед Мороз и Львы Африки». Выполняя трюк, гимнастку вовремя не перехватили партнеры, и она упала на манеж. На видео видно, как девушка вылетела за пределы страховочной сетки. По словам очевидцев, она упала примерно с высоты 4-этажного дома. Ее немедленно доставили в больницу. Состояние ее было тяжелое. В настоящее время она дообследована полностью. Состояние стабильное, никаких показаний для выполнения каких-то оперативных вмешательств нет. Напомним, подобный инцидент произошел в апреле прошлого года в Белгосцирке. Тогда гимнастка упала с 5-метровой высоты. К счастью, девушка получила не слишком серьезные травмы. В Брагинском районе застрелена волчица, державшая в страхе жителей городского поселка Комарин. Нападения на людей произошли на автобусной остановке и автозаправке. От серьезных травм в обоих случаях спасла плотная куртка. На ЧП отреагировали милиция и охотники. Хищника удалось остановить. Волчица спустя несколько дней попала на приборы ночного видения. На каждый случай такой мы реагируем. Вместе с тем мы не имеем права эту работу проводить в населенных пунктах, поэтому выслеживание проводилось за пределами населенного пункта, именно в наших охотничьих угодьях. В Гомельском районе водитель сбил девушку и скрылся, но спустя несколько дней сам пришел в ГАИ. Наезд произошел на пешеходном переходе на автодороге Витебск-Гомель, граница Украины, вблизи рабочего поселка Большевик. Пострадавшая смогла запомнить сбивший ее автомобиль. Узнав от знакомых о том, что сотрудники госавтоинспекции разыскивают водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, мужчина в описании узнал себя и после этого сам пришел к сотрудникам госавтоинспекции. Вот по данному факту в отношении водителя проводится проверка. В сводки ГАИ попали также Речицкий, Жлобинский и Светлогорский районы, а также Гомель и Рогачев. Здесь произошли ДТП, в которых не обошлось без пострадавших. Предвыходные и выходные дни без преувеличения можно назвать жаркими. И дело не в температуре. В регионе произошло сразу несколько пожаров. Так в Мозыре в огне едва не погибла пенсионерка. Мужчина, увидев пожар, проник через оконный проем и спас свою соседку 1931 года рождения, которая проживала одна. В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печей. Предположительно, из-за этой же причины произошел пожар в Зябровке. Спасателям пришлось тушить крышу одного из частных домов. В Гомеле также не все спокойно. Огнем уничтожены два автомобиля. Возгорание произошло в одном из гаражей. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.